Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Наташа Пархоменко, и вы смотрите мой кулинарный канал. Сегодня я приготовлю невероятно нежный, изумительно вкусный, красивый и оригинальный торт-рулет с малиной. Давайте же посмотрим, как мы его приготовим. Для того, чтобы приготовить вкуснейший торт-рулет с малиной, мне понадобится для бисквитных коржей 200 грамм муки, 6 яиц, 180 грамм сахара, 25 грамм картофельного крахмала, 5 грамм разрыхлителя. Для крема 450 миллилитров жирных сливок, 250 грамм творога, 250 грамм свежей малины, можно использовать и замороженную малину. 2 пакетика ванильного сахара, у меня весом по 10 грамм, 20 грамм желатина, 175 грамм сахара. Также для украшения мне понадобится свежая малина, 200 миллилитров жирных сливок, 100 грамм сахарной пудры. Ну что ж, приступаем! Для начала приготовлю бисквитные коржи. Для этого я взяла яйца, вбила их в миску, к яйцам добавляю сахар и все буду взбивать в пышную светлую массу в течение приблизительно 5 минут. Яйца с сахаром взбила, у меня получилась пышная светлая масса. А сейчас подготовим сухие ингредиенты. Для этого муку нужно смешать с разрыхлителем, крахмалом и просеять через сито. Подготовленные сухие ингредиенты порциями добавляю во взбитую массу и все аккуратненько буду перемешивать лопаткой снизу вверх. Бисквитное тесто готово. Вот такое оно должно у вас получиться по консистенции. Из полученного количества теста будем выпекать 2 бисквитных коржа. Я взяла противень. Размер противня у меня 30 на 40 сантиметров. Противень я смазала подсолнечным рафинированным маслом и застелила пергаментной бумагой. Таким образом я приклеила пергаментную бумагу, мне так удобнее работать. Половину теста выливаю на противень и равномерно его распределяю по всему противню. Первый бисквитный корж отправляю выпекаться в предварительно разогретую духовку до 180 градусов. Буду выпекать приблизительно 15 минут. Готовность коржа буду проверять с помощью зубочистки. Когда я корж проткну зубочисткой, зубочистка будет сухой, значит он уже готов. Но вы лучше ориентируйтесь по самому коржу, так как у каждого разные духовки и по-разному они выпекают. И точно таким же образом я испеку второй корж из теста, которое у нас осталось. Бисквитные коржи испекла, оставляю их до полного остывания. Приготовлю крем. Для этого я взяла малину, хорошенько промыла ее под холодной проточной водой, обсушила бумажным полотенцем от лишней влаги. Малину высыпала в ковш. К малине добавляю ванильный сахар и сахар и все перемешиваю. Малину с сахаром отправляю на плиту. Буду варить на среднем огне до того момента, пока сахар весь растворится, масса закипит и с момента закипания проварю 5 минут. Малина готова. Я ее перелила в тарелочку для того, чтобы она быстрее остыла. Оставляю малину до полного остывания. А теперь я взяла творог, высыпала его в миску, к творогу добавляю остывшую малину и все перебиваю погружным блендером в однородную массу.
Творожно-малиновая масса готова. Я ее пока отставляю. Подготовлю сливки. Я использую жирные охлажденные сливки. Чем жирнее сливки, тем и лучше. Сливки нужно взбить в пышную массу. Взбитые сливки добавляю к творожно-малиновой массе и все перемешиваю венчиком. Я все перемешала. Тем временем желатин у меня хорошенько набух. Я его растопила на паровой бане. Немножко теплый растопленный желатин добавляем к основной массе и все хорошо перемешиваем. Крем готов. Отправляю его на минут 10-15 в холодильник. Нужно, чтобы он немножко застыл. Подготовлю бисквитные коржи. Они у меня полностью остыли. Я сняла с них пергаментную бумагу. Каждый корж нужно разрезать на 3 полосочки, одинаковые по ширине. Бисквитные коржи подготовила. Крем немножко застыл. Разрезанные коржи сверху промазываю кремом. Коржи смазала кремом. Немножко крема я оставила для того, чтобы потом сверху покрыть тортик. И таким образом мы скроем все неровности. Будем формировать торт. Я бы вам посоветовала торт сразу формировать на том блюде или подложке, на которой вы будете подавать тортик. Смотрите, берем одну полосочку, и с этой полосочки нам нужно сформировать рулет. Только рулет затягиваем не сильно туго для того, чтобы крем весь не вытек по бокам. Так, вот так вот формируем рулетик, очень аккуратненько, не прижимая. И теперь рулетик устанавливаем в центр подложки или блюда, на чем вы будете подавать тортик. Берем вторую полосочку, только теперь эту полосочку мы будем соединять с вот этим вот рулетиком и соединяя вот эти вот стыки. Теперь устанавливаю на торт кондитерское кольцо. Сверху торт покрываю кремом, который у нас остался. Отправляю торт на ночь или на 12 часов в холодильник для того, чтобы он хорошенько застыл. Тортик постоял в холодильнике, хорошенько застыл, снимаю с него кондитерское кольцо. Тортик снова отправляю в холодильник. А теперь я взяла 200 мл охлажденных жирных сливок, вылила их в миску, к сливкам добавляю сахарную пудру и все взбиваю миксером в пышную массу. Сливки взбила, они стали пышные, увеличились в объеме, немножко загустели.
взбитыми сливками перемазываю тортик сверху и по бокам. Сверху тортик украшаю ягодами свежей малины. Торт рулет с малиной готов. Тортик получился нежный и очень красивый. Я его сейчас разрежу и покажу вам, какой он получился в разрезе. Вот такой получился оригинальный и очень вкусный тортик. В нем чудесное сочетание нежного бисквита, очень вкусного творожно-сливочно-малинового крема, свежей малины и взбитых сливок. Я надеюсь, вам понравится этот рецепт и вы его приготовите. А с вами была Наташа Пархоменко. Смотрите мой канал, подписывайтесь, ставьте лайки. А я буду радовать вас новыми вкусными рецептами и полезными советами. Приятного аппетита и до новых встреч!